Локхарт помогает ему Тайлер Вон. Пас на синюю линию, вновь бросок и реагирует Коулса. Впервые за долгое время мы видим его спасение. Так, Броссо решил, видимо, помахаться с кем-то. А вот Вон скорее пообниматься, учитывая вот такое действие. Но они, правда, как будто пообнимались со Смирновым. А вот здесь бросок как раз, ну, наверное, был чуть ближе к такой серьезной стычке или даже драке. Закончилось все это более-менее спокойно.